клубный трофей. Давайте от лица всех любителей регби поздравим команду Красноярска с этим успехом. Браво! 8, это первый клубный трофей в истории отечественного регби. Конечно, мы Енисей поздравляем, в первую очередь руководство, тренерский штаб, игроков и болельщиков. Само собой, с этим успехом, это успех не только Енисея, но и всего российского регби. И, соответственно, наверное, все-таки дал отдохнуть своим ведущим игрокам и Вакиль Валиев, и Александр Юрьевич Перухин. Наверное, это было совместное такое решение. Мы видим, как огненно защищается. Хороший Слава. Захват, да. Двойной захват. И тут Сидоров промахивается, к сожалению. И это выход опять. Кто это у нас? Попытка. Попытка. Да? Кто там? Курашов? 15 номер. Бубыченко. Бубыченко, да. Бубыченко. Я буду периодически отключаться. Кто-то другой может там оказаться. Или все-таки схватка. Ну, посмотрим. Ну, вот сейчас будет давление. Пока наши. Как сдержать это вообще можно? Мы видим, что не получается это сделать. Ну, они сделали скол, видимо, на наши. Кто там? Да, Енисей сделал скол. А вот Герасимов подключился как раз вместо Кочарова. И... это тоже наигранная комбинация. И какая у нас там минута получается уже? Сначала делают прямое давление и со смещением в сторону аута они дают. Ну и Дмитрий Герасимов подключился. Преимущество Верия при... Может, пора уже все-таки Верь, да, подключить? Вот то, что и делает Быканов. Удар ногой. О, хорошо! Есть! Но... попытка! Попытка! Кто это? Сергей Степанов, блестяще! Слава набирает свои первые очки в этом сезоне. Случилось это на какой у нас минуте? 21-я. 22-я минута уже, 22-я минута. Сергей Степанов, 10-5. Тани. Енисей, конечно. Хочется, чтобы у Славы хватило сил как можно больше, на большее количество времени. Атакует Енисей. Очень тяжело, конечно. Очень. Но пока уже линия преимущества. Все. Кто там у нас был? Попытку кладет Кротов, по-моему, да? Сейчас не разобрались в защите. Вдвоем взяли соперника. И он просто одним простым пасом вывел 2-1. Дмитрий Кротов, какая у нас минута? Двойной. Быстро очень Енисей атакует, молниеносно, ой-ой-ой-ой-ой, это кто у нас, Гичичеладзе, ну как же так-то, как же так Слава играет. Да, пропустили первый канал. Безобразие, Дмитрий Герасимов, 40-я минута, делает счет 22-5, Гичичеладзе, вот. первый канал, первый канал святой же, да, Денис? Нельзя... Ну, конечно, там встает все время, вот Енисея всегда атака, вот они из 22 вышли, и вот у них получилось это. Смотрим повтор, ну тут уже дальше, как же у нас было дело техники, а Герасимов просто надо было в зачетку нырнуть и все. Владеет мячом Енисей, да, свисток. Быстрый розыгрыш, 10 метров не отошли. Снова преимущество. Ну вот сейчас пойдет пикендрайв и попытка. Кто это у нас? Виталий Орлов. Виталий Орлов совершает попытку на 45-й минуте матча. Счет становится 29-5. Виталий Орлов, выступающий сегодня под четвертым номером. Смотрим, мы в первом тайме это сделать не удалось, и тогда Герасимов положил попытку, что сейчас будет. Опять они раскручивают Енисей, мол. Ну, с первого раза не получилось, он пытается пик-н-драйвом. Нет, попытка тут с кем-то, и... А, с бровки упустили момент. Михальцов это или кто у нас был? Покрупнее бы сделать нам. Попытка? Да, попытка, и это Дмитрий Герасимов. 5.36, попытка Дмитрия Герасимова. Это странно немножко, да, короткую сторону забыли. Непонятно, вот, почему же никого не было-то в короткой стороне? Ну, видимо, увлеклись подъемом этим и отвлеклись. Быстро разыгрывать, нет, не будет быстро. Будет быстрый розыгрыш. Кто там у нас идет? Все подняли руки, нет попытки. Попытка. Кто это? Почечуев или Цирикидзе? Почечуев Николай. Ну что ж, здорово. 67-я минута матча. 66-я. Николай Почечуев делает вторую попытку и 10.38. Ну здесь хорошо в поддержку еще Михаил Сидоров помог ему и... Забежал, и когда там, в принципе, растягивали, находили дыры, можно было...
сбежать, но тем не менее славяне молодцы, не забываем, что играли против сильнейшей, вот опять сильнейшей команды страны. И Семплякевич заносит попытку. Пропускают Семплякевича, который врывается в зачетку, и 43-10 делает счет Денис Семплякевич на 38-й минуте матча. Смотрим, что они сыграли. Два обреза. А. Кубани пока непонятно. Слава будет уже находиться в более оптимальных кондициях. Разворот. Нет, штрафной. Быстро бы разыграть. Сидоров роняет мяч. Михаил поторопился. Уже устал. Все, и на этом матч окончен со счетом 45-10. Енисей СТМ побеждает на стадионе Слава. Славу ЦСП, поздравляем Енисей с победой, поздравляем Славу с неплохой игрой, надеемся, с каждым матчем команда будет набирать обороты. А с вами сегодня в этот прекрасный майский вечер были...